будете погружены в события, вы будете все прямо внутри них. Поэтому мы обязательно головой крутим вверх, вниз, в бок, можно смотреть вот во все стороны абсолютно. На виртуальном уроке свои правила. Исторические события крутятся перед глазами. Непоседливым ученикам здесь не ставят двойки. Воспитанница соццентра Даша, как ответственная школьница, вертится больше всех, чтобы рассмотреть как можно больше героев Великой Отечественной. Любить их, знать их, их имена. Там я видела такого человека каменного, и он держал платок. И я видела гору такую белую, и там была что-то такая, как звездочка. Я увидел много памятников, которые я даже в жизни не видел. Больше всего мне понравилось полет птицы. Это прям страшно, очень замораживает прям. Как бы ты это видишь все своими глазами и слушаешь, больше как бы укладывается в голове. Оказаться у подножья памятнику солдату и матросу, пролететь над Черноморским побережьем, своими глазами увидеть мемориал Победы. Ощущения, которые получаешь на таком уроке истории, невозможно сравнить с просмотром фильма. Слишком реалистичным и захватывающим получается путешествие. Он был относительно маленьким динозавром. Путешествовать можно по многим направлениям. Полететь в космос, поплавать с черепахами на Мальдивском архипелаге, прогуляться по джунглям. Также в каталоге виртуальной энциклопедии математика, анатомия, физика и другие школьные предметы, взглянуть на которые предлагают по-новому. Развлекательно, это в любом случае какие-то единоразовые истории, а у нас сейчас в каталоге более 100 фильмов абсолютно разных возрастов, то есть там практически от нуля можно совсем детсадовцам показывать. Также есть очень сложные темы, как там темная материя, строение там вселенной и прочее. То есть это очень интересно, это можно изучать постоянно. И это не просто игра, где мы развлеклись и забыли, так же как в любом гаджете, это именно образование. Сейчас на попечении соццентра 22 воспитанника живут в нем круглосуточно, ходят в школу. Чтобы занять детей в свободное от нее время, руководство мечты налаживает контакты с общественниками. Так, благодаря программе Народного фронта «Тренер» юные горожане занимаются спортом. Естественно, мы стараемся всеми способами разнообразить их жизнь, потому что развитие творческих способностей и развитие познавательных интересов детей, конечно, входит в нашу работу. И мы всегда приглашаем в гости всех заинтересованных служб, потому что наши дети очень отзывчивые, они впитывают в себя как губка все хорошее, все интересное. Но то, что касается высоких технологий, это ребятам интересно вдвойне. Получить виртуальное доп. Образование воспитанники мечты смогли благодаря молодой гвардии «Единой России». Совместно с VR-энциклопедией активисты устроили социальную акцию для юных горожан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Следующее путешествие подготовили для Благовещенского детдома. Екатерина Борисова, Дмитрий Тарасов, программа «Город».